Здравствуйте, мои хорошие! Продолжаем смотреть красоту от завода Циркон Н. Для того, чтобы узнать изделия, цены на изделия, вы можете зайти на наш сайт luce.ru, вбить 4 цифры артикула 1636, и все у вас будет под рукой. Смотрите, прям балует нас завод Циркон уже который раз. Повторяю, посмотрите, какая красивая подборка, да? Прям разные совершенно настроения. У нас с вами два лунных камня, то есть обычный адуляр, лабрадор и вот такой прекрасный турмалин. Очень легкие эти комплекты, они такие воздушные, дают такую, мне кажется, прям легкость, какое-то настроение. И в то же время универсальная такая хорошая классика. Начнем мы с лабрадора. Сережечки с обыкновенной английской, видите, застежки. И такая петелька садится совершенно на любой прокол. Вес у них 7,78, то есть 4 грамма на ушко. Совершенно не тяжело. По размеру 16,5. Ой-ой-ой, малышка. 16,5. Примеряю вот так на мизинчик 16,5. Браслет у нас весь состоит из вот таких элементов. Да, он полностью подвижен. Да, у нас здесь овалы, круги, квадраты, и туда прекрасно вписаны лабрадоры. Посмотрите, какое хорошее качество лабрадоров. Прекрасный голубой отлив. Вот я вам специально, видите, вот так вот вращаю. Мне кажется, великолепная просто вещь. Посмотрите, как он красиво добьет как бы любой наряд. Мне кажется, великолепный прямо цвет. Не могу, зачаровалась, потому что вот этот вот болотный такой какой-то цвет мха или цвет такой хаки, да, и на нем вот эти вот голубые выстрелы, ну прям невозможно, залюбовалась я. Вот, браслетик у нас на карабине обыкновенном, то есть вот такой вот вариант. Дальше мы сейчас очаруемся не меньше, я думаю, турмалинами или лунными камнями. Сейчас посмотрим. Смотрим с вами лунный камень, адуляр, 16 размер, ну прям безобразие. Вообще циркон, на самом деле, вот эту шиночку можно легко раскатать, прям за небольшие как бы деньги, полразмера, без всякого наращивания. Или многие женщины, знаете, как делать, вот здесь надсекают, и тогда можно носить как безразмерные, да, колечки. Тоже посмотрим поближе, как они нам с вами подарят голубизну или нет. Знаете, какое великолепие. Вот опять, видите, вот он вроде бы не видно, а под определенным ракурсом, вот он, пожалуйста, вам, голубой отлив. Мне кажется, тоже базовые такие хорошие вещи. Представляете, как с одной стороны цвет белый, как он будет освежать, а с другой стороны вот эти всполохи, такие голубые искорки, прям очаровывают они, да. Жалко, что колечки размера маленького. Но, в принципе, вот эти браслеты за счет огранки камней, как бы формы вот этой овальной, они подходят практически, ну, ко многим очень украшениям, которые мы с вами будем дальше смотреть, да и которые есть у нас в магазине. Зато турмалин у нас 18-й. Так что примерила на 17,5. И опять же, вот эти розовые турмалины, ну, во-первых, у завода Циркон достаточно бюджетные цены в отношении, так как у них своя гранильная мастерская, да, и по цене, конечно, на камни они все-таки, ну, достаточно хорошо по рыночным ценам держат низкий уровень цен. Вот. А во-вторых, вот эти вот турмалины у Казакова, конечно, совсем других стоят денег. А здесь есть еще большой плюс, то, что полностью, посмотрите, весь комплект. И вот этот розовый оттенок, он прекрасно освежает лицо. И мне кажется, ну, практически всем он подходит. Много кому, по крайней мере. Любят у нас эти браслеты. У нас их было много. Вот, получили второй раз. Очень радует это. Вот такие вот турмалинчики. Дальше мы смотрим. Украшения тоже. У нас, смотрите, вот такие браслеты были в основном с синтетикой или сердоликами, а сейчас они сделали с натуральным аквамарином. Артикул на сайте 19,70 и 18,5 аквамарин натуральный. Здесь такой цвет аквамарина с такой какой-то дымкой. Мне кажется, великолепно к чернению по серебру он подходит. И 18-й будем мерить на 17,5. Прям сел мне так хорошо, знаете, по размеру. Сережечки здесь очень хорошо, вот эта фактурная часть прикрывает мочку уха. Замочек у нас, видите, длина иглы порядка 7 где-то миллиметров. Достаточно широко открывается. Серьги не тяжелые, поэтому они сядут, в принципе, на любой прокол. По весу они 14,27, 7 с небольшим грамм. Я думаю, что великолепный вариант. И браслетик, да, вот, ну, специально я так сейчас померила, поближе мы его посмотрим. Мне кажется, вот этот дымчатый цвет аквамарина, прям они как-то сливаются и такое единое целое образуют. Очень интересно, очень стильно, дорого смотрится. И великолепный рабочий вариант. Опять здесь нет таких кричащих ярких оттенков. Для тех, кто любит вот такие спокойные стильные вещи, прям шикарный выбор. У нас есть еще такие комплекты с другими камушками. Мы их обязательно посмотрим. Получили мы новые. Вот, и браслет. Он у нас здесь частично каркасный. То есть фасадная часть, вот она, видите, изогнута, чтобы женская рука гладко
его, чтобы он обнял женскую руку, да, и вот эти все элементы тоже имеют такой изгиб, поэтому на руку, вот видите, он прекрасно садится, даже если рука чуть-чуть полнее, то он вот так вот сядет. С тыльной стороны у нас есть удлинитель, который позволяет фигурировать, допустим, если вы любите плотно, либо вы любите легко, так что вот такая вот прекрасная вещица. Еще одна модель, тоже обожаю эту модель, шикарно совершенно смотрится. Артикул на сайте 2610, и у нас здесь с вами опять же лунный камень адуляр, а по бокам, обратите внимание, натуральные аквамарины. В тон вот этому голубому свечению, да, поставили натуральные аквамарины и топазы. То есть все вставки натуральные, но что могу сказать, спасибо циркону, молодцы, ребята. И девчата, знаете, какая красота, насколько он нежно смотрится, да, вот в этой в такой спокойной пастельной гамме. Мне кажется, великолепное просто сочетание. По кольцу. Кольцо здесь, конечно, такое богатое, прям насыщенное, с таким вот узором, да, если первый, вот предыдущий комплект был достаточно строгий, то здесь прям, мне кажется, женская такая натура с цветочными какими-то узорчатыми мотивами очень хорошо просматривается. 18,5 размер, еще раз обращаю внимание, натуральный адуляр, натуральный аквамарин, натуральный топаз, то есть полностью натура. Как-то давно писали, что вот мало, так что теперь прям то, что нужно. Ну, вот видите, браслет придется вот так вот, наверное, держать. И сережки. Они у нас повторяют узор кольца. Кстати, на 18,5 он немножко заваливается, так что можно его взять даже на 19. И посмотрите, как здесь прям волшебно смотрятся натуральные камни. Вот такой аквамаринчик с топазом. Вот этот блеск голубой прям шикарно смотрится. Смотрите. По застежечке штифт немного совсем занижен, порядка полсантиметра, достаточно широко он открывается. Серьги очень хорошо и удобно садятся на мочку уха, не заваливаются и, конечно, несут такое вот нежное какое-то настроение. Знаете, я бы вот сейчас, глядя на него, сказала, что это какая-то либо такая, знаете, красивая зима в снежинках, либо начало весны. Какой-то он мне такую романтику навевает. Так что, если вам хочется тоже почувствовать романтики, заходите к нам в магазин, а мы вам в этом обязательно поможем. Всем самого-самого хорошего. До свидания.